всем здоровья, с вами Бинавто. Сегодня на подъемнике Chevrolet Captiva C100 2011 года. Ремонт рулевой рейки. Рейка течет, пробита. Чуть позже покажу вам, что и где пробило. Оставайтесь с нами, смотрите ремонт. Пузырит рейка Captiva C100. Обоих кулаков освобождаем наконечники, откручиваем болты, выбиваем и далее лезем уже внутрь, туда откручивать все патрубки, точнее шланги, которые идут с рулевой рейки. Откручиваем кардан рулевой от рейки. 13. Вот у нас здесь неприятное место подтека. Видите, как пузырит. Не знаю, на видео должно быть видно. Так, откручиваем вот этот болт. И с той стороны такое. Освобождаем трубки ГУР. Не забываем сразу заранее снизу подставить что-нибудь, потому что масло все равно польется. Аккуратней будьте, а? Эту трубку освободили, практически полностью накручиваем, а то сильно польется. Здесь чуть-чуть, все подтекает немножко. С некоторыми трудами удалось вымыть ее, все-таки вытащить, заснять этот момент на сфере, нужно было бы человек все равно. Все, сливаем остатки масла и начинаем ремонт. В принципе, осталось уже сальники установить новые на место и все собирать в обратном порядке и готово. Перебрали, устанавливаем обратно. С установкой вам не показываем, в принципе, тут сложного относительно ничего. Единственное, только вытаскивать ее немножко с
сложновато. Все, опору прикручиваем, все трубки прикручены на место, будем заливать масло и уже на развал.